Более 1000 боевых снарядов. Накануне в деревне Никоново Сычевского района был обнаружен схрон времен Великой Отечественной войны. Данные о его находке получили сотрудники ОФСБ по региону. Несмотря на то, что боеприпасы пролежали в земле более 75 лет, они по-прежнему смертельно опасны. Пиротехники пожарно-спасательного центра, выехавшие на место вместе с ФСБ, изъяли 1097 взрывоопасных предметов. Их доставили на специальный полигон и уничтожили. Специалисты напоминают смолянам, что при обнаружении предметов, внешне похожих на снаряды, их ни в коем случае нельзя трогать и сразу же нужно сообщить о находке в МЧС или полицию.